Детскую вакцину от полиомиелита в полном объеме во Владимир доставят до 15 декабря этого года. Первая поставка ожидается в сентябре. Сначала вакцину распределят между учебными учреждениями, затем родители пригласят на иммунизацию детей в поликлинике по месту жительства. К сожалению, в 2017 году поставка была не в полном объеме, поэтому был создан определенный дефицит вакцины. Определенный дефицит вакцины именно по инактивированной полиомиелитной вакцине. Поэтому не все детки, к сожалению, были привиты своевременно. Дефицит у нас где-то в течение полугода был, поэтому, вы понимаете, да, то есть по графику некоторых деток был, к сожалению, сбит. Дети получат вакцину по национальному календарю. У каждого родителя на руках должен быть паспорт вакцинации, в котором указаны сроки последней прививки. Уточнить их можно у своего педиатра. Здесь еще один нюанс. Дело в том, что у нас уже существует и давно активно работают вакцины комбинированные. То в их состав входит не только один препарат от одной инфекции. У нас есть там, не буду коммерческие названия называть, потому что все, в принципе, их знают. Там и от кори, и дифтерия, и столбняк, и инактивированный полиомиелит, там все есть, и гепатит даже там есть. То есть это пента, гекса, то есть там много. Поэтому часть детей, которые должны были быть вакцинированы, они получили эту прививку, если они получали вот этот комбинированный препарат.